Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Обычный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о топ-5 лайфхаков, которые я подобрал в App Store. Конкретно хочется сказать, это что будет касаться iOS 13, но по крайней мере данные примеры, некоторые работают уже, конечно же, с других iOS, неважно, это 12, 11 или 10 будет. Ну, конкретно сейчас с меню Haptic Touch на App Store зажимаем и видим такое подменю, как поиск, ввести код, то есть это будет промокод обновления покупки. Как этим пользоваться? Поиск, конечно же, вы сразу попадаете в поиск и ищете себе нужное приложение, либо программу. Ввести промокод, если он у вас есть подарочный, здесь опускает вас меню, прогружается, и вы вводите промокод. Опять же, это будет на приложение или же будет на игру. Обновление. Очень удобная штука. Перешли в обновление, свайпнули, и, пожалуйста, у вас будет какое-то обновление. Нажимаем обновить, оно будет обновляться. Очень удобно, комфортно и быстро работает. Ну и самое главное под меню, что я хотел сказать, это покупки. Когда вы перейдете в покупки, вы увидите все ваши приложения, то есть когда в обновлениях, вы также можете перейти в покупки подписки, на то, что вы подписаны сейчас, и конкретно покупочки. Здесь самое главное меню, на чем я акцентирую внимание. Здесь есть те приложения, которых уже нет в App Store, они будут у вас здесь храниться всегда, когда вы их либо первый раз скачали, либо же купили приложение. Вот, допустим, у меня есть такое приложение, как браузер Puffin, допустим, попробуйте ввести. Вот он, видите, зелененький, он уже даже не подписан разработчиками, у меня есть, но он голубой, это платный, я купил его за 5 или 6 долларов, точно не помню. Здесь же этот браузер Puffin, я его могу скачать, но он не будет работать. Вот, но это есть и конкретно с разработчиками. Вот, Iron Force игра, пожалуйста, она у меня скачана. Проверьте сами, введите ее в App Store, нет. Можем сами проверить. Iron Force введем в поиске. Вот, Iron Force. Ага, стоп, я неправильно написал, сорян. Вот, Iron Force, пожалуйста. Видите, здесь танк, комбат, всякие, Marvel, супер. Но именно того приложения Iron Force нету. Вот и все, вот и весь лайфхак. Перейдем опять обратно в покупки. Я вам это докажу. То есть на этом примере я уже показал. Есть еще некоторые приложения. Вот на браузере Puffin. Мы его сейчас с вами загрузим и откроем. Вот я вам расскажу, в чем разница. Браузер Puffin, он не подписан разработчиками, абсолютно удален с App Store. То есть эти приложения тоже удалены, вот как бы Iron Force удален, но он еще работает, он подписан, потому что его используют. Браузер Puffin нет. То есть это касается конкретно разработчиков. Когда удаляется App Store, оно подписывается разработчиками, еще работает. Но когда удаляется уже самими разработчиками, его уже и не будет, и работать это все дело не будет. Сейчас проверим, как я и сказал, на браузере Puffin и запустим игру. Что-то его нет в App Store, и как бы сами убедитесь в этом. Сейчас пройдет эта же секунда времени, что нам нужно. Вот, запускаем браузер Puffin и запустим что-нибудь невзрачное, неважно, не будем не запускать никаких настроек. Все по-быстрому выберем, пускай это будет компьютерный, не разрешать, и нажмем ВК. ВК. Вот браузер Puffin, тра-ля-ля, тополя, видите, он просто не работает, не подписан никак, что бы я там ни ввел, пускай это будет google.com. Никуда он не перейдет, просто не работает интернет-соединение. Здесь же, если я перейду, оно все будет отлично прогружаться, вот сами заметьте. Вот Free Like грузит, пускай это будет опять же google.com. Google не дописал, неважно. Все прогружается, чтобы вы понимали. А так само это приложение, которое у меня есть, оно прогрузится, уже видите, грузится, и все. Оно пойдет дальше по App Store, и никаких проблем, нареканий здесь не будет. Видите, интернет пошел, все. Этого более чем достаточно. Вот и все, тут ничего сложного нет. Вот самый главный лайфхак, который я говорил, это покупки. Перешли в покупочки, все, что вы когда-либо покупали, либо же скачивали, оно у вас хранится. То, что конкретно у вас здесь есть, вкладка вся, и то, что у вас нет не на этом iPhone. Вот, очень просто найти, и как бы вам будет удобно. Вот такие годные лайфхаки у нас есть в App Store, может, каждый не знал. Ставь лайк, если ты не знал, пиши, может, ты еще что-то знаешь, чего я не знаю, это будет очень интересно. Пиши, какой у тебя iPhone и какое ты приложение не можешь найти, может, я помогу тебе найти его для тебя. Всем пока!